Всем привет! Вы на канале Удача. Сегодня расскажу вам про розы первогодки, которые я посадила в этом году. Это розы Динки, три розы Леонардо да Винчи, классический Леонардо да Винчи и Ред Леонардо да Винчи. Все розы меня очень радуют. Особенно удивляет меня роза Динки. Вот этот куст был посажен в октябре прошлого года. Сейчас он разросся. Вот такой он большой Динки. Цветет долго, насыщенно. Вообще на себя ничего не цепляет. Это мускусная роза Ленса. Но она у меня не оригинальная. Я ее приобрела на сайте «Розы вашей мечты». Это волгоградский сайт. А мне она очень понравилась. А здесь розы Леонардо да Винчи первого года тоже мне очень нравятся. Тоже рекомендую. Вот Ред Леонардо да Винчи. Я даже немножечко пожалела, что я не посадила здесь только Ред Леонардо да Винчи, потому что мне кажется, он поинтереснее, чем обычный Леонардо. Обычный Леонардо тоже, конечно, радует, но Ред — это просто что-то волшебное. Насыщенный малиновый цвет, здоровая листва. Цветок свой держит долго. Больше недели у меня уже роза цветет. Вот. И, друзья мои, рекомендую сажать розы с хостами рядом. Очень красивое сочетание. То есть получается, что хоста в бордюре у меня, хоста, гейхера, а розы немножечко на заднем плане. То есть когда у розы ноги будут немножечко оголены, этого не избежать, конечно, хосты как бы их прикрывают. Всем всего хорошего. Спасибо, что посетили мой канал.